Должен ли я себе представлять, что привлекаю свет в десятку, или это само собой происходит? Я должен представлять себе все время, что я притягиваю свет от Творца через десятку, и с помощью этого мы все поднимаемся. И это моя работа. Без Творца и без десятки мне нечего делать. Я связываю их. И это называется, что я нахожусь в роли Моше.